А это карма. Сговорчики. Я вообще-то Неликса от гибели верный спас. Ну, а карму себе забрал, я же говорю. Ну, побрили кота. Джентльмена куда? О, побрили уже. Вторая волна радости, у меня появилась кнопка 4-5, ребята. Да, хорош. Теперь ты пол. Так, ты сильно там не перебонькай, пожалуйста, кнопочку Т5-го. Я вот сейчас сходу не смогла придумать очень пошлый и очень неуместный комментарий. Ты не забывай, что рядом с этой кнопочкой будет еще одна появляться на джайне. Да-да-да, я поэтому как раз макрос переделала сейчас. Это пипец. У меня на холике, она вообще не появляется теперь. Ну, макрос только. Напоминаю, в воронке, значки, в ХМ-ке все это ролится. Идут Бибу. Бибу? Да. И Настя, не забывай, что Биг Бабл будет орать. Купол, купол! И он поставит. Вперед, ничего страшного. Мне нравится, как он орёт, поэтому купол я ставить не буду специально. Ирис меняет голос. Потом он в монстра превратится. Поэтому будет кричать Долорес. Крик! Не, у Долореса лучше всех получается. Лучше, чем у Долореса, ни у кого не получится. Это талант. В прошлый раз без Монорота же убивали, да? А я не помню, кто там раньше. Не гони мне, Лёх, тот скилл, который ты на роботе. В прошлый раз он повал Лутин. А, точно Лутин. Не варик. Можешь даже цель не брать. Ты не дамажит. Согласен. Все мимо лотка. Ну, там, подожди, там меткость есть. Как мимо лотка? Это же промах. Мне тут монорочка не обижает. Дима, Лёха отошёл. В ГБ. Как личку прочти? Пиши. Написал уже. Короче, мне тот скилл надо, который Лёха... А, я понял.
Не, можно как-то эту кнопку от Т5 передвинуть куда-то? Нет. Можешь ее на панельку поставить. На панельку от этого она не исчезнет, блядь, посреди экрана. Она исчезнет. Если на панель поставишь, она исчезнет. Она и перестанет у тебя появляться. Да, слышу, Поля, спасибо большое. Если Т5 вынести на панель, то купол на Джане точно не появится, и навряд ли это пофиксили. Ну, Фрост Мага появляется. Работала. Забавно, но Валерий появляется. Да, спасибо, Поль, большое. Проще макрос написать. Ну, если появляется, значит, уже все исправили. Ну, знаешь, у меня обратная ситуация, у меня иногда в Варшаме не появляется. Как это? Ну так, да, лучше не рисковать. Куску. И у меня на всех классах всегда этот макрос выставлен на всякий пожар. Я, конечно, сейчас, может, и зарекаюсь, но у меня никогда один кнопка не пропадала. На следующий джайне. Ой, все когда-то бывает первый раз. Лёха, алло? Чего? Лара бьёт? Роботы не Лара. Лара. Роботы пофиксили, да? Ну, спит во всех боссах повысили. Даже в обычке. Кирс, ты в курсе, что такое? Можно отойти на одну минуту? Дай. Ну, окей. Три совы есть, хватит. В прошлый раз без Зелема убивали. А чё, вам 6 хилов надо? Да, было 6, ты чё? Нет, ну ладно. Мне как бы всё равно, в принципе. Так, три лока есть. Я в Т4, блин. А, тогда ещё и два лока были. Смотри, а куда меня поставят сейчас. Так, этот... А народ, вот это первая платформа. Твоя. Дальше вторая ковата. Здесь, на этой стороне. Мосса. Шторм. И... Не, Елбрил. Ух. Ты на этой стороне. Мосса, Кирс, Элбрил. Между первой и второй, или где мне встать там? Да. Где ты сейчас стоишь? Да, здесь. Да, он. Дальше на той, получается, Полина. Между платформами, Кирс на рейде, а Настя на рейде. Да, Кирс, Кирс, Т4. Я на рейде, да? Угу. Так, дальше по позиционке. В принципе, все должны все помнить, все должны по контролю. Анонсите контроль. И это. Смотрите по поводу фера и все это хуйте. Дальше на первой форме, как обычно, войт, я на второй. Усилки, сапроты, всю эту херотень не забываю. Лучше 3 минуты потратить больше, чтобы все сделали, чем, блядь, свайпер. Лёх, мне тоже закидывать усилки в ХП? Монород на диспеле мосс. Ты на первой, на второй фазе, это... Ты помогаешь, короче, на первой фазе. Запуск зачарлив, думаю, не надо. А на второй фазе, получается, моссы там диспелят, а здесь маги в курсе. Потом... Лёх, мне усилки закидывать в ХП? Ну, естественно. Ты должен... Ну, у меня просто сапрот и там, и еще и усилки закинуть. Понимаешь, там не важно. Отчасти не сильно важен отхил, там важен выживаемость. Чем больше выживаемости, 100% что ты выживешь. Еще смотришь, где ты щиток по мосте закинешь вместе с шаманами, и они переживут. Лапку вафните, пожалуйста. Кого надо сумануть, плюс. Я убрал мосса ФМ, посмотри. Я не знаю. Страшный вопрос. Посмотрим, упадет, не упадет.
Я ее даже не видел. Какие статы у нее, что. Не интересовался, да. Массу заберет. Мы про что? Все перекинули усилки, все выбери сопрот. Про тренер киловка. И на первой фазе, на группы разделитесь, чтобы, блядь, не ловить перья. Не знаю, суманите Элбрила. Элбрилс. Не знаю, зачем друиду, но в каком-то природе. Вага, да. Вага, да. Прикольно. Вага, дай ассист и локов, чтоб метки поставили. И коватов. Локи, так, ну, вроде всем. Локи. Теперь всем. Я убил, готов? А рыбу можно? Сейчас прогружаюсь. Для чая, Серёж? Нет, мне форельки. Чё, убиваем с первого пола и идём отдыхать. Да. Какой же робот? Рейдж наберите, не стойте все на малом кругу, а то будет... Здесь на тебе промоут, Гевка. Голос подключай. В Дискорде там вообще? Не, да я ракушка тут. Петри шамана. Шамай. Слабик. Чё, блин, я в Т4. Я на Неликсе вешу. Готовы на позиционку и поехали. И на коне. Есть аура, ходит по. Раз. Реально, слышишь? Больше абсорба. Раз. Прибежали. Пройди. Ой, что вы совсем отходите? Поднимите, вибла. Забираем.
раз. Все на фул хп должен. Игра. Это он забирает. Правильно. Перебежали. Его корни-то разбрасывают. Можно диспел, пожалуйста, диспел? Два диспеллера, быстрее диспеллера. Одного за контроль. Газ. Шнуэна. Проводи. Открывай два замаза. Выбираю. Побежали. Мелика. Рада. Рейд хуёвый, не на фул держится. Пацан тоже смотрите. Тебе группа. Еще один взрывать. Ты не смог взрывать. Класс. Людей. Заканчивать его уже ловить уже. Видите, босс. Только точно коста надо будет перейти. Стопаем. Блять, мобы. Да. Пойди. Стопаем. Стопаем. Да хлопать надо. Третьи идут, отнимите бан. К4 мобов заработают. Да. Сейчас надо переводить, а мобы, блять, еле идут. Давайте, это, пускай мобы 2 доходят. Переводите, каст будет перев скоро. Сильнее уж, бейте, бейте. Одного еще отпускайте. Раз. Все, нам. Мобов назовите на платформе. Даю гим. Сейчас надо будет оверхилить. Готовимся. Кого-то метку поставьте, а кто воль. Слабости. У рейда кик. Второй какое? Второй. Третий. Ярость. Агро. Агро. Последний дизарм. Луну в луне стоит. Перья пошли. Перебежали. Локи сантей баф. Ой, это два бана, дайте все. Только два бана. У нас заходит. Заходит. Пусть заходит. Сдох. Стоп, кас. Разбежали. Перебежали. Я сдох, народ, если чё.
Народ, Мишку там, все. Энджи, стоп-каст. Энджи, рес-локи. Ребаф подокадайте. По мне агро, осторожно. Ребаф по локам. Стоп-каст. Перья пошли. Кильте меня, он у меня агро. Перебежали. Стоп-каст. Добивайте. Второе сферо. Похитивайте. Че это за залупа? Вы умрете. Че за херь, блять? Танка, блять, положили. Ну серьезно. Хер с Полиной и, блять, Настя. Танка положили. Как? Я оббегала ближе к тебе. Я тоже так в этот момент просаживала так-то. Там были. Ты стоишь на месте, хилишь. Но когда перья, я отбегаю к стене ближе к тебе, чтобы тебя доставать. Зачем? Ну так все делают. Это всегда так было. Блять, ничего страшного, если там разольется. Стой до хили, блять. Вой, да проебали. Как можно, блять, проебать танка на первой платформе? Сейчас что получилось? Сколько у вас мобов появилось? На дальний? Да. Один зашел. А у нас почему зашло столько? Это магия Фростнова не давать два лока банят, и все. По одному я дам клон. Зайдет сразу, получается, на дальних, и у нас один, сразу два будут. Только два бана давайте, и все. Сейчас перезахожу. Я устал. Не, почему, блядь, рейд постоянно не на фул хп? Что с чем проблема? Чего? На первой фазе даже, вот, блядь, смотришь, и половина людей бегает там, блядь, 80% хп, и бегают достаточно долго. Потому что рейд растягивается, и до части рейда просто не достать, вот, с мини-круга. Плюс, почему-то сегодня очень много ловят лужи просто массово. Почему хилы не распределитесь вы? Или все стоят в одной точке под лосом? Не слежу за другими хилами, где кто стоит. Я не достаю, с себя говорю. И это тоже вам нужно. Я Элбрил и Мосса, мы бегаем по внешнему кругу. Мы распределены и так. Три шамана на внутреннем? Тогда хуй его. Какое? Очень сложно. Ты бы в центре постоял. Рейд очень долго поднимается. Даже на второй фазе. Покритично заходит там 2-3 моба и, блядь, рейд ну да. Пиздец, когда... Я как дотянулась, хотя бы лужу их подняла. До этого троих, четверых доставала только. Сейчас зайду, блин, коните ХПС. И на этом пуле просто это. Данные с первой фазы полностью сил берете и покажете вторую. Что с хилами и кто. Так, бафы дайте. Тебе линка дал такой фул? Зависит. Давайте баф, дай проверку. Неликс, ауру я не забыл, я поднялся наверх и переключил на огонь. Пришел в рейд, вернул обратно на вам вашу РДД ауру. Деларус, чего не хватает? Каски раздай. Масса дисплея.
Каски есть. Я только раз там. У меня сейчас прото, каска и кулак. Все, все здесь, все готов поехать. Может, и дисплей где-то уменьши FPS будет разы, чем носит. Ну, только пару секунд посидим. Классно. Зачем? Каст, побежали. Пускай идет. Уже стоит денег. Забрал. Пять секунд. Блять, ну, ребят. Уберите нахуй с панели корня 27 секунд. Крест отпустите. Пусть до того.
подожди. Ты не видишь, блядь. Тебя очень тихо слышно. Женуэн, Мосу. Мосу, девку. А, побежали. Ой, сюда двое. Крест отпустить. А. Какие нахуй корни, блять, на звезду вы упороли? Стопнем. Стопните по боссу. Пусть вот заходят циклоны рядом с боссом. Близзард, ПКД держи. Я у нас... Да ладно. БР меня... БР Библа. Каст. Библа даю. Пусть переводить идет ромб. Босса переводить надо. Да переводите. Ревнус. Пиздец. Рожа отваливается, просите зубы. Да причем, блядь, не хилят, хуй знает сколько времени. Она всегда отваливается. Я знаю, что... Рейда слабость. У Рейда это... А, кик. Люфер. Второй такой. Люфер. Второй хир. Первый что? Кик. Что каст? Народ от тебя ярый. Перья пошли. Перебежали. Два бана и все. Два бана, бана. Один заходит. Испыл. Заходит. Стоп-каст. Звезду отпустить все. Крест тоже отпускайте. Бой, да хильте. Перья. Стоп-каст. Не могу его поднять. Перебежали. Хиль Войда, я продержу. К ложе прижмите. Стоп-каст. Ложе в луну встаньте. Стоп каст. Перья пошли, убиваем и ждем перья. Перебежали. Дальних Близзард, по ближним два бана. Все. Никаких откидываний. Давай его отменять. Эти сейфари. Отвернулись. Сейфари. Ой, трусы заходят, и отвернулись. Перья идут. Перебежали. Пусть заходят двое. Свет. Отвернулись.
корни дал, пусть идут. Фир. Подай дрейда, Лейнер. Перья пошли. Перебежали. Фир. Отвернулись. У нас два будет. По дальним Близзард. Заходят два. Фир. Отвернулись. Народ, они поднять. Откидываю. А где он? Рядом. Да он диспей. Я по нему 10 хил отправил. Отвернулись. Вы чё, блядь? Перья пошли. Магис, Монорота, смените стаки. Перебежали. Мы видим вот, что он хилял. Фир. Хил. Ну долго поднимается, нет. Пиздец, как долго. Вот рейд просел, блядь, ну ни одной хилки. Я все отдала, что было. Просто все. Меня сейчас просто в контрольном прослакали, сейчас хуй в гораду, залезл погулять и убил нас. Да, я специально сказала Монорота не поднять ПХП, вы должны были его очистить. Мы его хилили, наверное, больше, чем Войда. Ну или столько же. Ну да. Но это все еще пиздец. Маги, реагируйте как-то быстрее, блин, он упал. Там одна тычка, в любом случае Монорот проходит. Когда... А мне минус мах урон. Ты видел? Тебя бил Феникс плюс минус катхилу. Мы тебя сейчас просто все хилы хилили. Монорот. Маги даже не свичнули, чтобы здесь... Мах урон. Макс такой, минус мах урон. Вообще, дебаг. Минус мах урон. У меня тычки бьют по 100. 3 секунды таунта держится на мне, последний. Все, больше он не держит. Тут еще очень большая проблема. Кого-то не слышно, что-то вообще хрен пойми, что происходит. Люди падают на первой фазе, вообще. Да бля, серьезно, не хватает от хила по рейду. Пиздец как. Я не знаю почему, но рейд пиздец как долго поднял. Прошел первый взрыв, там секунды 3, блядь, 0 про хила по рейду, вообще 0. Именно по рейду, не по вот здесь, не а по рейду. А вы Мосса сняли с диспела? Потому что Мосса диспелит, Мосса бы очень и сильно поднимал рейд. Трое хилов, Настя, ты Мосса и Мосса между первой и второй платформой. Ты посмотри, сколько я делаю, но этого недостаточно. Эрдру, это основная подъемная сила. Кто-то скидывал ХПС между первой и второй платформой? Скиньте, пожалуйста. Вторую фазу скиньте, есть ХПС? Я просил. Насчет диспела магии тоже. 15 секунд метка висела. Хоть бы кто посмотрел, пока не крикнул, вообще ноль. Ты не думаешь, что у нас диспелит на данный момент только лишь один резист, и это было как раз в том моменте, когда все словили. Вот диспел. Там дофера был момент. Ой, до того, как мы... Так я моба в контроле. Если анкил будет забирать стаки с мосса перед перифазой и скидывать себя глыбой, а резист в это время контролить мобов, то мы сможем выиграть лишние 10. Бля, я не знаю как вам, но допустим, с монорота снять 10 стаков — это секундное время скинуть глыбой. Это 10-секундное время. Может быть, тогда женой на хила спехнуть. Пусть он рейд подхиливает хорошенько. Нет такого. Седьмым хилом. Давай 10. Поехали. Давайте женой на диспелить. Диспеллер уже обозначен. У вас монород диспеллер. Редвар Неликс.
Меликс. У нас, по-моему, ауры на ап нету. Есть. Есть. Что-то не хватает. А, горно. Жданка, всем встань. Сопроту на себе проверьте. Это лужи кидаешь там? Это хорошо, причем кидает. Почему я урон? Мне кажется, Элбрио надо зреет по рейду. Пусть циклон заходит. И еще один идет. Крест отпустите. Пусть звезда идет. Двое пускай идут. Пусть идет. Двое идут, нормально. Пусть идет. Крест циклон пускай заходит. Пусть идут оба. Пройти. Пусть идет. Подай дреда, Лейнер. Оставил тотем. Дальше босса проводите. Мы упираемся. Настю, пирс. Еще 20 секунд. Лужу ловит, лужу. Пусть оба идут. Потому что стабильно. Очень долго поднимаю. Такое ощущение, что у вас каст там по 3 секунды. Пусть идут оба. Пусть идет крест. Спальте, схила, ну. Дальше отведет. Пусть идет. Оба пускай идут. Пусть идет. Дальше проводите босс. Пусть идут. Отпустите крест. Трусы
Нормально. Пусть идут вдвоем. Пусть идут. Потом ром подпустите. Проводите дальше, босс. Еще дальше. Пусть это там двое. Еще ой, это дырякова. Пусть, пусть идет. После следующего коста должна быть перехват. Они не убирают. Согнись. Берите, бан. Приводи, подальше отведи. Так. Это таз. Прибежает. Еще пускай два заходят. Куда Дрейнер дал? Сдайте. Одного забавьте, эти два пускай заходят. Приводите. Пусть заходят. Минера влейте, друиды, похилон. Там что, гейзер вообще почти пустой. Что гейзер? Че гейзер, это правда? Крафсингер. Потом пофлудите. Там шаман у вас стоит, а вот. Я ставлю. У Рейда Фир. Второй рассеянный. Третий агроф. Четвертый стоп-каст? Да. Второй дизарм будет. Ну нет. Перья пошли. Перебежали. Два бана только дайте и все. Фир. Ну чё, блядь? Пусть так вон идет. Крестик отпустите. Ой, да хилите. Перья пошли. А фир, 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 фир. Перебежали. Поднимаю Фарада. Жена Анлоки. НЖ Биг Бабла. Фир. Прибафы дали. Перья пошли. Перебежали на крэш. По дальним Близзард. Добейте. Добивайте. Инер по мне. Инер дайте по мне. А, этот. Дизарм. Пусть двое ведут. Отпустите крест и звезду. Перья пошли. Перебежали, перебежали. Эстабаф дайте. И нардал по полине. Пусть заходят. Перья пошли. Контроли, дайте, дайте контроли. Перебежали.
дальним Близзардом. Нифига себе. Должны на что. Дебаф. Ложитесь. У нас вообще ДПС 0. ДПСа не хватает, да? Вообще 0. Мы должны переводить, убивать этого Феникса второго, когда вот эти вот вылупляются новые, мы его должны уже убивать и бежать на следующий. А что вы говорите, если там один лям остался, когда у нас мобы появились, которые уже должны, когда мы уже на втором должны... Бля, если Библ бы не сдох с Фарадой, лой, этого бы нет. Видишь, типа, секундочку. Меня можете поменять, я это... Мне фризы, пиздец. У всех фризы Эрдуар. Да. Хотел он от МТ. На него Дебах, метка, может, бросилась. Ну, судя по урону по аларам, на нем метка висела, да, примерно такой урон наносится, когда на него. Фарады 14 тысяч. Серьезно? Женет так куда? Женет 16. Не, ну вон, резист. А где остальной ДПС? Где люди с ДПС вообще? Когда у нас, блядь, хоть на пути. Кидается метка и все, вообще не бьешь. Бьешь, блин, на 50, на, ой, на 80% меньше. И там Фарада по КД срывала первым. Так, секундочку. Один дебаф был на мне, один был на Полине. 100% был на Неликсе, был на Сантее. Я вижу, аккаунт точно был на Нью. На мне на 80 маг урезал. Ну, один на мне был, один был на Полине. Другой на Сантее? Ну, на Сантее был. И третий был на... На Локи, скорее всего. Это... Скажите, как дебаф пишется? Какие там буквы заглавные? Знак Феникса и слово с заглавной буквой, да? А чё мобов нетки? Полина. Чего-чего, я вружусь тут. Дебафы, знак Феникса, двоеточие, и слово с заглавной буквы. Да. Так, да, два слова будет с большим буквы, да. Следующий вопрос. Коника, где урон? Можно со второй фазы хп? Коника есть урон. Три ляма. На пятой позиции. Я усталость там поймал первую. Было сложно. Потом... Второй Феникс был вообще не про меликов. Это Дизарм, это пиздец. Да, и Дизарм покажу. У нас еще трое. Кто ты делал на второй фазе хп? Личный интерес без упрека. Пристабах нет. Либо. Просто... Как вам объяснить, типа, если... Первый попадает с фиролом, а второй идет следующий с ним. С мах урона, миликом просто... Тихо. Миликом можно стать просто правее РДД зоны, ставить дебаф с мах урон и хуярить босса. Тогда легче будет словить один хил, один танк и два мили. Один дебаф на рейд фейс. А, дайте джипса. Я же поставила тебя. Слобик. Поехали. Дайте горн, пожалуйста. Горн, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Всегда вставайте к луже, короче.
что я вновь начал. Пусть циклон сейчас зайдет. Еще один. Дайте там кому-нибудь стан. Пусть идут двое. Пусть идет тот один. Отпустите крестик. Сейчас пойдут нормально. Три ставочки будет. Пойдут. Пусть идут эти двое. Контрольчик, пускай идут. Пускай идут. Пусть идут. Отпустите крест. Пускай вдвоем идут. И потом корни одни сойдут. Куда я Дрейнер дал? Дальше босса приведите. Вон там двое пускай крайних заходят. Отпусти Близзард. Вот эти двое пускай вот. Пусть звезда идет и крест. Ромбик крест. Пусть идет. Пусть оба идут. Циклон сейчас тоже выйдет, пусть идет. Отпустите крест. Сейчас циклон пускай заходит. Рисую. Я стану. Понял. Зачем? Резать его встал. Подзрыв не встанет только. Жена, поднимай. Ребаф по шаману, знаете. Быстрее. Иннерам удавить. Процентаж. 10%.
Пускай вон за боссом заходят. Двое. Стопнемся. Пускай двое идут. Пусть заходят. Пусть оба идут. Подай Дрейнер, да. У рейда стоп-каст. Второй какой? Второй агро. Четвертый фир. Третий дизарм, четвертый фир. Перья пошли. Перебежали. Два бана дайте и все. Сейчас корни уйдут. Отпустите крест. Не надо, не отпускайте перья. Стоп-каст. Перебежали. Пусть заходит крест, отпустите. Стоп-каст. Ближе к луже прижмитесь. Закроет. Там вот в луну встаньте в сову. Стоп-каст. Перья пошли. Перебежали. Дальних близзард. Стоп-каст. Стоп-каст. В луне стоим. Пускай двое идут. Перья пошли. Перебежали. Забрал. По воздуху вон трусы идут, пускай. Чё этот феникс делает? Трусы следующие пускай заходят. Это ярость. Перья пошли, к луже ближе встаньте. Перебежали. Пускай двое идут, звезда следующая. У нас двое заходят. Заходит оба. Откиньте кто-нибудь. Все. Нам надо было здесь стопнуть, а у кого-то вышли. Опять не хватает урона. Да урона нет, мы пол феникса только убили, а там уже 4 пачки трэша. А тут не в уроне дело. Не хватает урона, видишь, на первом не хватает дамага, и тот кемп, который должен идти во второго, он идет в первого, и потом они все попадают под близер. Вообще, и мы не, и у нас не получается их пускать. Вроде как надо скармливать мобов, если не ошибаюсь. А может это, типа, не убивать, а скормить сначала, а потом... Нет? Ну вот, а мы-то нормально. Хули, мы-то думаем, урон надо нам. Ну хули, давай, когда по 40к все начнем давать, тогда и пойдем сюда.
Так а че вы мобов не кормите на это? После вот первого компа, ну, получилось 10 мобов. Блять, почему все мобы стоят в контроле, блять, и они вообще не идут ко второму? Потому что не хватает урона, чтобы забить первого. Потому что, ну, из-за того, что не хватает урона, вот этот второй кем, который должен идти во второго, он идет в первого, потому что мы его убить не успеваем. Сколько тебе урона-то надо, я не понимаю. Тут 270 тысяч. Ну как вот было в прошлый раз, в прошлый раз. Там разу, тоже было 270 тысяч. Нет. Ну, блядь, ну не знаю, ну, давай, больше, значит, видео, было именно блядь, по Мавару, хули. Поэтому попали. Сейчас просто откроем видео и посмотрим. Может, они что-то поменяли, нет? Ничего, ничего не поменял. Менял. Просто, блядь, если мы бухнем... Вот смотри, девка, я тебе линканул. Я ты видел, сколько Рид стоял, просиливался после... Вот 5 мобов появилось. Вот именно. Поэтому 5 мобов взрывали. Насколько, блядь, сильно и долго просиливался Рид. Да сейчас, ну вы... Пока что не захили. Сейчас проблема, они все зашли разом. Зашли разом, потому что мы не успели скормить. Не успели скормить, потому что второй кем, говорю, пошел в первого Алара. Либо там нужно было стопать и их кормить в первого, либо нужно было больше типа урона дать. Блядь, ДПС один в один. Что тут 269, что там 269. Чего вам не хватает, блядь, я не... Да это у тебя средний, понимаешь? А вот там вот, буквально, знаешь, ну вот 1.5 ляма не хватает. Да какие 1.5 ляма? Это что тебе надо? Так, чтобы добить... Пока вы били первого. Я на втором, блядь, 500 тысяч захуярил в соло. Ну, потому что на тебя дебаф не... Опять можно на меня спек... бросился. Опять можно спекнуть одного элема, это будет... Ребят, ну, можно спекнуть одного элема, будет СПД крит дополнительно. Я СПД уже... Дополнительно. Тоже хотела предложить. Мы должны убивать первого. Хэпала. Хэпала. Первый уголек. До того, как упадут последние перья и появится жесткое пламя. Чтобы они сразу шли ко второму, а не к первому. Они идут, получается, через первого, и все попадают под Blizzard. Ну а почему у нас не получается это сделать? Блин? Так, смотри. Потому что урона не хватает. Да ебать, да смотри, тебе надо. Воет, потому что метки бросаются на того, на кого не надо. Всем, понимаешь? Почему-то делать. Появляются 10 мобов первых, и мы в этот момент добиваем первого, да? Зачем их контролить? Ну типа, блядь, вообще зачем? Пускай хуярит, хуй знает какой скоростью. Они через первого пойдут, понимаешь? Пускай идут через первого. Все 10. Они... Их, их потом не законтролишь. Там даже 2 бана, 2 корней, блядь, это ебанешься. Там контроль тех в воздухе, там близко. Короче говоря, время 10:00. Делаю голосование. Кто хочет завтра, еще побить? Завтра 4 часа, я на свободе. 4, ну да. Ну, заходи. Голосование, говорю, делаю, кто хочет еще побить, да, кто не хочет, нет. Там, говорю, буквально не хватает, сколько, ну, лям полтора снести. Чтобы прям нормально мобы пошли во второго феникса, к первого. Ну, все, 5 человек не хочет, рейдовер. Ты понимаешь, что там вешаются метки? Тут, ну... Если вы ждете ЕП... ЕП так... не будут начисляться, потому что босс уже убился 2 раза. За трое я ничего никому не дам. Этот... Там смотри, Гена, как можно в такой ситуации поступить?